Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Ну что, весна полным ходом. Ой, черешня начинает цвести. Даже магнолия уже у меня тут пытается. Видите? Смотрите, какая красота. Вот они такие интересные, они такие вот пушистики. Пушистики. Прям как будто одетые такие, бархатные. Такие красивые пушистики. Это все, вот эти пушистики, это все цветочки должно быть. Надеюсь, что у нас ничего не замерзнет и все будет наконец-то. Да, Чифуля? Прям хожу, любуюсь, что называется, 50 оттенков зеленого, правда? Смотрите, какая красота кругом. Прям красота. А помните, я лучок сажала вот в этой своей тепличке? Ну, конечно, не пугайтесь, у меня тут вообще... Смотрите, какая красота. Прям маленькие луковки сажала. А уже прям уже здесь так жарко. Я немножко сверху открыла. У меня так времени и не было дойти. Ну, что делать? Вот немножко сверху открыла, потому что прям, ну, там очень жарко. Пока больше ничего не досаживала. Времени не было в огород выйти. Сегодня, смотрите, какой интересный одуванчик нашла. Вы видите, представляете, вот это все на одной штуке, а здесь их неимоверное количество. Прям какая-то аномалия одуванчиковая. Я такой первый раз вижу. Прям даже оторвать хочу. Вот на одной штуке, посмотрите, сколько одуванчиков. Целый венок. К чему бы это? Интересненько. Ну ладно. Так. Что еще я сделала? Что еще я сделала? Да не сильно, не сильно-то я чего-то делала на улице. Я как-то эту неделю было прохладненько. Я как-то больше домом занималась. В одной комнате прям одну комнату отгенералила, что называется. Прям. Ой. Ну так, убралась конкретненько. Почему-то оно мажется быстро, легко. И захламляется легко. А убираться почему-то так долго все. Ну, надо дом в порядок приводить. Вот в одном доме я уже даже помыла окна. В одной комнате. Это у меня поздняя груша тут начинает уже тут, в принципе. Да, Чифули, пойдем дальше. Идем за мной. Давай. Ой, а здесь магнолия, это прям уже... А это магнолия. Чифчик, не отставай. Прям уже зацветает. Вот это да. Представляете? Магнолия цвести собралась. Вот это да. Красота. Вот Чифуля за мной идет. Молодец. Пойдем дальше, Чифуля. А, я же на этой неделе еще... Да, я же вам, помните, про пчел говорила? Ну, так что? Я перебрала рамочки, все их почистила. Ну, установила. Я надеюсь поймать пчел. Покупать не буду пчелопакеты. Надеюсь, что прилетят. И... Будут нам опылять наш сад. Вот. Черешня цветет. Вообще красота. Котики бегают. Вишня тоже зацвела. Ну, прям красота. Правда? Так, вот здесь надо аккуратненько. Это вот. У меня вот эта горочка так и лежит, которую мы напилили. Ну, ничего. Постепенно ее тоже уберем. Вот, смородина, красотка, да, с ягодками. Уже понятно, с цветочками, уже понятно, что будут ягодки. Вроде мы все правильно обрыскали,
И у нас, видите, вот этой вот листовертки наверху нету. Это то, чего... Ну, стылёй такая вот, как крутит листву. У нас все замечательно в этом плане. Здесь замечательно. Что еще? Что еще? Надеюсь, что у меня... О, игрушка моя тоже любимая, которая маленькая, начинает просыпаться. Ой, спирея вообще прекрасная. Так, сирень скоро зацветет. У кого-то она уже отцвела, у нас только вот начинает. Видите, листочки. И вот цветочки начинают выбрасывать. Ой, какая красота кругом. Правда? Вам нравится? Мне тоже. Так. И вот эта груша зацветает, которая необычная, которая вяжущая для компотов. Ну что, умничка, красотка. Молодец. Так. Что еще? Что еще вам показать? Ну, в принципе, все, наверное. Да. Ребята, большая благодарность за лайки, за комментарии вам, дорогие мои. Чувствуется, вам моя подливочка понравилась, мое видео, которое я выставила. Если есть желающие, то напишите, что вам больше хочется. Каких блюд? Мясных или каких? У меня есть еще фирменное, мое фирменное люля-кебаб. Наверное, мой фирменный рецепт, да. Люля-кебаб. Его тоже нигде в интернете нету. А потом я тут недавно тоже прям вот так вот прям наколдовала, что называется, в кухне. И такой невероятный паштет сделала. Ребята, это вообще космос. Надеюсь, что я... Я его, кстати, сейчас собираюсь опять делать. Из куриной печени. Это просто что-то бомбическое. И это прям мне уже даже из говядины не хочется. Прям вот что-то бомбическое. Обязательно для вас сниму этот тоже рецептик. Я надеюсь, что вы оцените его по достоинству. И полюбите. Ну что, дорогие мои, всех целую, обнимаю. Смотрите, жимолость прям вообще цветет, цветет полным ходом. Да, вот еще и к летней груше иду, которая тоже начала уже цвести. Это первая груша ранняя, которая будет давать плоды. Ой, малинка, калинка, малинка. Ну, в общем, вот, погуляли мы с вами. Всех благодарю. Вы у меня молодцы. У меня самые лучшие подписчики. Всех целую, обнимаю. А пока! Пока!